Всем привет! Вы на канале Андрея Цемова. Сегодня у нас будет наипростейший рецепт домашних котлеточек. Для этого нам понадобится свининка, или говядина, или баранина, кто какое мясо любит. Лук и приправа с солью. Все, сейчас это мы перекручиваем на мясорубке. Ну а дальше все увидите. Подписываемся на канал. Ну что, порезали наше мясцо, сейчас доставим мясорубку, почистили лук и прокручиваем мясо через мясорубку. Так, ну что, перекручиваем наше мясцо. Вот такая у меня мясорубочка самая простая, китайская. Вот такой фаршик у нас получается домашний. Котлеты и пельмешки будут вообще бомба, ребята. С магазином не сравнится. Ну, сейчас перекрутим это мясо и потом лучок. И, конечно, как полагается, немного хлебушка. Перекручиваем. Так, ну все, мясо я перекрутил. Лук, чеснок, все я добавил. Сейчас будем перемешивать. По пропорциям добавления приправ, ну, я всегда на глаз, ребят. Всегда на глаз. Нет у меня конкретно. Она, конечно, существует. Но я делаю так, как я вот вижу. Соль добавили. Сыпем перец свежемолотый. Ну и есть у меня универсальная приправа. Все. И все это тщательно перемешиваем. Перемешиваем. Этот фарш у меня пойдет. Так, ну что, фарш у нас постоял в холодильнике пару часов. Сейчас будем лепить котлеты. Здесь вот у меня водичка, чтоб руки смазать. Это простая мука пшеничная. Сюда ее добавляем. Для обвалки. Ну и чуть-чуть сюда. Это я в холодильник положу, чтобы заморозить и потом в пакет сложить. Вот так помажем. По сути, можно и не мазать, они же уже будут в муке. Так, ну все, смазываем наши руки. Ну и порционно, какие котлеты вы жарите, размером делаете порционно. Вот так вот отбиваете его маленькой. По руке. Ну и все, формируйте, какая вам нравится форма, и обваливайте в муке. Вот и все. Ну и ложите, кладете, как правильно, на доску. И так дальше. Ничего сложного. Так, ну что, продолжение у нас нашей эпопеи с нашими котлетками домашними. Я люблю жарить, честно, на своей любимой чугунной старой сковородке.
Хотя сковородок дома полно всяких антипригарочных, там, я не знаю, там, дорогущих. Но я готовлю всегда на своей вот этой любимой чугунной сковородочке. Наливаем масло. Наливаем масло. Ставим на большой огонь, чтобы прогрелась сковородка. Так, наливаю я масло. Сейчас у нас прогревается сковородочка. И мы выкладываем туда наши замечательные котлетки, которые у нас получились. Наши котлеточки. Сейчас у нас разогреется. И выкладываем. Ну вот, она стала нагреваться, вода испаряется, масло. Еще подождем минуточку и выкладываем. Масло у нас разогрелось. Я его убавил на минимум, чтобы аккуратно можно было положить наши котлеты. Чтобы масло не стреляло, когда вы ложите. Но сковородка должна быть максимально нагретая. И теперь прибавляю спокойно газ. Но опять же не на полную, а где-то меньше середины. Всегда есть большая вероятность обжечься. Поэтому перед тем, как перевернуть, за 2 минутки я всегда убавляю газ до минимума, чтобы здесь масло успокоилось. И можно было спокойно перевернуть и не обжечься. Всем рекомендую так делать. Ну или если не убавлять газ, можно просто убрать на соседнюю конфорочку. Смотрите, какой сок с котлет. Видите, ребят? Это вот все лук. Видите, какая красота? Ох, сейчас я рюмочку-то выпью за это дело. Ну все, обжариваю котлетки. Встречаемся уже на дегустации. Через 3, бога, автобус вон уже. Чайку на дорожку. Да, видишь, я что-то чаек-то. Лёдка, ты матерь не говори, а? Василий, полундра. Полундра. Ну, посмотрите, какая красота получилась. Смотрите, какие сочные. Это вообще бомба. Ну все, пробуем под рюмочку своего продукта. Ну пробуем. Ваше здоровье, ребят. Здоровье вашим близким, детям, родителям, всем. И чтобы был мир во всем мире. Быть добру. Свой напиток, конечно, это... Ребята, ох, ребята, это свое натуральное, какая вкуснятина, а? Лук дал сочность, прям лук вот чувствуется, приправки, ох, ребята, красота какая, эх, и вкуснота. С такой закуской можно выпить и не один литр водки. Я вам честно скажу, очень-очень вкусно. Вот это вкуснотища, ребята. Всем рекомендую. Подписывайтесь на канал. Очень прошу подписаться на Яндекс.Дзен. Потому что с Ютубом непонятно, что творится, будет он или нет, неизвестно. Чтобы вас всех не растерять, подпишитесь по ссылочке в описании на мой Яндекс.Дзен канал. И будете радоваться новым моим роликам. А так, всем пока. Всем огромное спасибо. Желаю вам успехов в труде и большого счастья в личной жизни. Благодарю за внимание.